Здравствуйте. Простите, сэр, профессор Уизли сказала, что мне нужно обратиться к вам за семенами. Ах да, бадьян для нового пятикурсника. Значит, это вы. Мерлинова борода. Поступить в Хогвартс на пятом курсе. Да у вас должно быть голова идет кругом от этого всего. Отнюдь. Я воспринимаю это все как увлекательное приключение. Что ж, поздравляю. Не всем хватает смелости прямо смотреть на вещи. Кстати, меня зовут Тимоти Чайлок. И это мой магазин «Волшебная брюква». Я всегда оставлю тележку снаружи, люблю поболтать с прохожими. Что толку все время торчать в магазине, пропустишь самое интересное. Да, наверное. Помимо семян у меня еще много растений. Сам выращиваю. Специализируюсь на ингредиентах для зелий. Сам Пепин приходит за ними ко мне. Ну, как насчет пакетика с семенами бадьяна? Позвольте угадать, вам нужно что-то новенькое. Хорошенько осмотритесь. Думаю, у меня найдется много интересных ингредиентов.
отмахивалась, отругала несколько растений за то, что они плевались и кусались. А, сама виновата. Интересно было, вот и переру. Кстати, меня зовут Беатриса Зелень. Вы можете обращаться ко мне, мадам Зелень. Добро пожаловать в Тимофилы и Поганки. Ой, поосторожнее с мандрагорой. Так много мне бы и не понадобилось, если бы не постоянный спрос на противоядие. А еще проклятие, конечно. И если вас парализовало, очевидно, вы обратились по адресу. Осторожнее с мандрагорой, не разбейте горшки, не то станете следующей жертвой, а у меня нет желания сегодня прибираться. Здесь кто-то умер? Было такое, и мне еще повезло, что всего один. Итак, чем могу вам помочь? Пожалуй, я пока просто осмотрюсь. Хорошо. Скажите, если что-то приглянется. А что у вас можно купить? Может показать вам товары? Что скажете? Thank you.